Паццы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. Убирайся! Он там! Он убегает! Леонардо! Леонардо! Ми диспьяччо, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тот написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. У меня высокие цены, но товары того... Подходите, друзья! Смотри, пофиг или больше! Я уверен, у меня есть то, что вам...
Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Бонжорно! Такими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Он здесь! Диода Челло. Он кого-нибудь убьет. Простите. Могу подобрать и другие вещи. Они отлично подойдут к твоему костюму. Кто это сделал? Мама, это не хорошо. Надо бежать за помощью. Ну, я пошел. Бежать домой! Позволь мне подобрать для тебя стильную одежду. Должно быть, это братство. Это они стоят за всеми недавними убийствами в наших местах. Убирайся отсюда! Он там! Ничего подобного! Черт, быстрее! Где ты этому научился? Я самый быстрый в наших краях. Но говорят, что и ты хорош. Готов это доказать?
мне в ног! Чемпион, он кого-нибудь убьет. Доброго дня. Он что,
Артист? Мы нашли труп! Эй, крестьяне! Вы видели что-нибудь? Я красивый! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Ой, я тебе. Наверное, это бужане. Они могут за нас купить из-за хорони. Отпустите меня! Я человек маленький! Говорят, что молодые... ...сказали наши делегации свои голые зады. Свежие пиявки! Кому нужно пустить кровь? Этот эликсир состоит из гранатового сока и... Какой же ад! Мы сами себя... В связи с небольшой вспышкой чумы кардинал не сможет служить мессу на будущий день. Какой нелепый... Где же... Вы не напрасно творите добро! Кей, Виго, Виго, Тегаси! Исцеляю всех божьих тварей. Подходите, друзья! Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на 6 флоринов за 100 фунтов. Приказ... Подходи, не стесняйся. Я не видела ничего подобного.
провали. Плачу. Вот так. Скоро твои кишки украсть площадь. Мы с вами сначала идем до конца. Черт. Надо бежать. Не хватайте его, пациенты, рогатцы! Этой новой машинке с баду и можно такое сделать! Не раз криминале! Ты нашелся, благородный храбрец! Заблудшим рукам. Такие дела. Оставь в покое усопших, Вергони. Как можно было на такое осмелиться? Грязный вор! Чтоб тебе сдохнуть в муках, да поскорее! Друзья, что здесь случилось? Ужасно. Пожалуй, пойду за помощью. Нет, просто пойду отсюда. Боже, здесь преступление на каждом шагу. Надо бы. Сюда вход воспрещен. Уходи. Ты не имеешь... Вон он! Это вряд ли.
Лочу! Вон там! На его окровавленный труп. Может, в чулане или еще где? Подходите, Мы нашли его! Будьте осторожны, парни! Бей его! Счастливый день! Теперь в моей мастерской работают еще два исключительно талантливых художника. И мы предлагаем им замечательные произведения. Бейте его! Пациент рогаций! Вы вернули нам надежду, друг. Всем сердцем мы с вами. Измотайте его! Пациент рогаций! Я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Уходите, друзья! Надежду? Сумасшедшие! Это без меня! Берем! Сзади! Сзади! Да над щелком слишком ярко! Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен, каждый любитель искусства найдет здесь что-нибудь себе по душе. У меня есть такие молитвы, услышав которые Бог простит даже отъявленного вора, убийцу и прелюбодея. Оставь покоя усопших, вергонь. Ну и вонь. Все кишки наружу. Кошмар. Что? Ну почему стража не может справиться с насилием? Какое кощунство! Да горит твоя душа в аду! Снова выразив свое недовольство действиями Флоренции. Говорят, что молодые пизанцы бесстыдно показали наши... Не подходи! На помощь! Стража! Убийца! Господи, он что, умом тронулся? Нужно сматываться! Бежим! А, это очень рискованно. Нет, не подходи! Нет, нет. Возьми все. Пощади меня. Я просто бери, что хочешь. Только пощади. Я... Возьми все. Бери, что хочешь. Только пощади. Я только посыльный. Ah!
из-за урожая цена пшеницы поднялась на 6 флоринов за 100 фунтов. Река Арно снова разлилась у замка Сан-Анжел. У тебя получается. Последняя партия меди оказалась плохого качества. Тебя не уйти! Самая модная одежда только у Быстрее, Ванан! Приходите к нему! Посмотрите на творение настоящего мастера! Я вам... У собора Санта-Марии-Нове заинтересованы... Теперь туда нельзя! Остановите его! Гонфаланьер! Спаси меня! Нет! Половиненок! Главная новость! Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на 6 флоринов за 100 фунтов! Река Арно снова развивается! Вниз! Вон он! От тебя не сбежать! Ваши усилия не напрасны, Амит. Кураджо! Мы с вами друг. Господь вам поможет. Нужно уходить! Престо! Престо! Надо отсюда выбраться! Не убивай меня! Я уже ухожу! Тебя не уйти! Yes.
Летит быстрее ветра! Все корабли, заходящие в плавную гавань, будут облагаться налогом в зависимости... Убирайся отсюда, Столтон! Он там! Не дайте ему уйти! Не трогайте меня! Клянусь, я вообще не имею права! Это не меня! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Чтобы не словить вас, Сэй Гранде Фоксе. Вы наша главная дочь. Святая Дева, помоги мне! Мадре Санта, пора! Нужно уходить! Престо, престо! Пусть они заплатят за это, рогатцы! Ты все равно умрешь! Тяжелая штука. По делам нам заботу поручили свою безопасность бестолковым бойцам. Бе, себели инкарне, нон чекет... Убейте его! Это опасное место. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Наконец-то нашелся благородный храбрец. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Спасибо.
пошли за Арчу! Он там, вперед! Или я тебя сброшу! Он здесь! Тебе не сбежать! Он убегает! Быстро! Этот идиот что-нибудь сломает. Риди, Беннеки, иди ультиму. Грех ничем не искупить. В жизни не видел такого страха. Не подходи! На помощь! У тебя ножи сразу! Убийца! Он совсем спугать. Неси же ты заверть! Возьми деньги. Бери, что хочешь. Только пощади. Я только возьму. Болотные пиявки исцеляют почти все болезни. Возвращают бодрость и омолаживают. Диумио, простите. Арно, введен сбор на ремонт. Все корабли, заходящие в главную гавань, будут облагаться налогом. Господи, он что, умом тронулся? Thank you.
после того, как Бентиволио вернут в дом. Я с тобой, брат! Стойте и вам на земле! Помнишь, как мы зарубили того швейцарца? Заходи сзади! Попробуй на нем старый трюк капитана! Ты та самая кара, которая... Спокойно, парни! Он ошибется! Тогда мы его и возьмем! Грязный вор! Чтоб тебе сдохнуть в муках, да поскорее! Хранитель мертвых! Тебя ждет кара небесная! Ну-ну, какие милые облегающие! Любопытно. А почему нельзя пойти пешком? Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. Разве это законно? А, не мое дело. Mm-hmm.
Тебе здесь не место. Уходи. Убейте я его! Хочу я жить. Готов с честью! Я сделаю все, что ты скажешь. Синьория объявила конкурс на постройку нового здания ратуши у собора Санта-Мария-Новелла. Заинтересованных членов гильдии Арте Деи Маэстро Пьетро Эле Ньяме просят подавать заявки Гонфаланьеру. Гильдия Арте дель Камбио предупреждает, не имейте дела с Бентиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Бентиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Он хотел выдать тайну, разорвать порочный круг. Черт! Он справится с этой головной болью.
Он нашел его в Хорватии. Он нашел его в Хорватии, а они найдут его в его лаборатории. Благородные цены для благородных людей. А разве у нас не действует закон о приличиях? Сверху посмотрите на мою небольшую галерею. Недавно мне повезло, и я нашел нового. Погодите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены... Этот эликсир состоит из гранатового... Aspetta. Леонардо. Это? Какая удача. Я
У меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Что это за штука? Э? Будто огромная летучая мышь. Так, пустяки. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Для чего она? Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо! Я не в силах молчать. Эцо, я наконец-то додумался, как человек может летать. Вперед, я буду править. Ну, я даже не сказал тебе, куда еду. Венеция. Такой прекрасный город. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. Шш, в чем дело? Мы не одни. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджиа. Что им нужно от нас? Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, сюда! Они лезут на повозку! Стряхни их! Кто-то на крыше! Сделай резкий поворот! Стряхни их! Сейчас будет немного трясти. Осторожно, а то опрокинется. Эцо, осторожно, сзади! Сделай что-нибудь! В следующий раз мы не сможем его починить. Мы почти приехали! Леонардо, уходи! Им нужен я, а не ты! Мы еще встретимся. Дай срок. Окружай его!
Прочь с дороги! Где у него слабое место? Прочь с дороги! Whoa, whoa, whoa.